Впервые в новейшей истории Новосибирской области утвердили единый план воспитательных мероприятий для обучающихся школ и колледжей. Его подписали представители крупных молодежных объединений и советники по воспитанию вместе с Минобразованием и Департаментом молодежной политики региона. Например, школа какая-то выбрала в качестве направления деятельности движения первых исключительно журналистику. И другая история для ребенка, который хотел бы развиваться и должен иметь возможность получить и другой опыт в воспитательной работе и молодежной политики, он не происходит. Мы впервые ставим серьезную задачу и достигаем с помощью вот этого инструмента, единого плана воспитательных действий, создать единое воспитательное пространство и дойти до каждого ребенка. План включает в себя больше 300 мероприятий, актуальных для личностного развития детей и молодежи, а также социально значимых событий для общества и государства. Документ разработали в ответ на запрос педагогов образовательных организаций и наставников детей и молодежи. Здесь главная задача, то, что каждая школа может понимать, какие у нас мероприятия в течение года происходят в системе образования в Новосибирской области, и уже дальше планировать свои мероприятия, в том числе и дополнительного школьного уровня, для того, чтобы не пересекаться, не создавать дополнительные нагрузки и так далее.